7 мая 2017 года. 18 человек едет на Орех. Прыг на речку Орех. 4-дневный маршрут. Сплав на Байдарке. Константинополь. 7 мая, день первый. Абет. In your eyes, sunbeams look so nice. That mistake by your side, I'll disappear with the wind of the night. Sweet dreams in your head, sweet dreams drive you mad. Somebody knows, someone cares. Where do you go when the summer rises? Какой день сегодня, Юра? Не, взагалі маловато. 8 мая 2017 года. Первое утро в нашем лагере.
Ира, это все надо. А ты пробовал на сельях теперь? Кожуру. Надо больше. Надо больше. Давай, пока мы тут чистим, ты... Соли больше не надо. Пересолено? Она кончилась. Великолепно. Великолепно. Миша, доброе утро. Ты наконец-то поел. Посмотрите в камеру, пожалуйста. Вы очень много выпили вчера чаю. Действительно. И сейчас тоже еще очень много Доброе утро, доброе второе утро, солнечное, ясное, вещи после дождя сушатся, вернее, продолжают сушить. Антон, как тебе впечатление от этого похода? Ну, вчера были мысли, что полная, сейчас уже как бы прояснилось. Олег, что вы скажете, как у вас впечатление? Великолепно! Вас не смутил этот ливень страшнейший? Почему? Это наоборот интересно. Я очень люблю грозу, на самом деле. Очень. В начале мая? Неважно. И в начале мая тем более. Все гарно, хочеться сонечка, щоб сьогодні було сонечко, щоб не було дощу. Але якщо буде, то ми вже знаємо, як його зустрічати традиційно. Наші плащики і гарний настрій. Так, повне озброєння. І повна готовність. Маємо. Так, а що у нас тут образувалась ячейка общества? Да, у нас сушка. Сушка. У костра. Насквозь вчерашних вещей. Да. А не хватало вот этот, ну, был бы оператор, который за нами все следил бы и все снимал бы.
Было бы вообще замечательно. Как эти люди среди реки бьет дождь, идет молния, и все сидят, закрылись. Плывем, не стоим, и сидят, ждут. Что они ждут? Дождь фигачит по ним. Рома говорил, а смысл грести вообще? Да, не, ну я первых 5 минут не видел, куда грести, просто грел. А, и после того, как усилился дождь, я не понимал, почему у меня за шиворот там ездит, ну, как бы, вроде в капюшоне, за шиворот течет. А чё текло? А? Чё текло? Потому что вот так бил же тоже в лицо. Я вообще не басил, чтобы оно было как-то быть. Знаешь, надо все запечатлеть. Есть. Привет. Прям видео, здрасте. Да, прям видео. Ой, как, прям как спалось? Как ночь? Как палатка новая? Мотоциклы ездили. Слева и справа. Слева, да. И справа, я понял. Ребят, с палатки привет. Ку-ку. Ку-ку. Можешь снимать сверху, там голые. Вот так, девчонкам доброе утро. Это у нас сегодня день второй. Шалена бджилка! Это тебя так зовут. Не снимайте, нас тут срач! Не надо! Я буду тебя снимать! О, привет! Привет! Ты покушал? Да. Холодненькое? Да. А, как тебе история с кроссовками? Расскажи, пожалуйста. Замечательно! Новые кроссовки куплены специально для занятий физкультурой, и сейчас они теперь я могу заниматься физкультурой с огоньком. Але ми можемо знайти позитивний ефект. Тепер вам батьки куплять кроссівки, так? Или донашивать придется коньки. Это не точно. Мало, купим шлепанцы, будут на физкультуру ходить шлепанцы. Ага, шлепанцы. А зимой вы будете утеплять полиэтиленом? Шановні глядачі цієї телерадіопрограми, прошу вас, зважаючи на тяжкі обставини, які склалися у цього хлопчика, скиньтесь, хто скільки може, купимо дитині нормальні кросівки. Я поручила його. Зняв? Зняв. Отлично. О, привет, Саша. Не голодная, сытая. Все хорошо, переодетая. Переодета, сухая. Да. Как у всех, трусы мокрые были. Ты знаешь, мне муж купил ветровку со словами «Она супер water resistant». 2 секунды я была абсолютно мокрая, да. В панике натягивала. Мне кажется, он тоже был абсолютно мокрый. Она поняла, что это была шутка. Ай, шутник. Так, пошли дальше. Мокрые трусы. Мокрые. Вспоминаю, умираю. Мокрые трусы. Мокрые. Только я о них мечтаю. Пошли. Так, чья-то палатка, непонятно чья. Это Ромина, наверное. О! Здрасте! Мы вас тоже должны заснять. И вам того же. Героям. О, и Слави, ты тут. Двоится. А, не, если ты быстро будешь делать вот так вправо-влево, у меня будет двоиться, да. Отлично. Это Леша палатка. Юра. А потом подъехала. И два Юры. Загадывайте желание. Мое желание насчет погоды на наш дальнейший поход. Солнечный. И Алина с нами. Чтобы вода закипела. Чтобы было главное хорошее настроение, и все были здоровы и радостны. Ваши пару слов. Чтобы мы сейчас быстренько укомплектовались, скорее сели в байдарки, наслаждались вот этими краеведами. А настроение ваше? Изумительно. 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 Яблоко очень вкусное. Вода очень теплая. Все такие хорошие. Спасибо есть. За завтрак. Алина. Отлично. Кипяточек. Отлично. Вот так, хорошо. Все. Вот наша сушка. У нас тут есть человек, который спрятался. Это Джита Гита. Я все равно снимаю, можешь не прятаться. А, это местный вор этих труселей.
последний ужин. Последний? Вместе. Лёша, лучше дождям, чтобы управлять без движения. Давай натянем. Я здесь. Где ты хочешь его натягивать? Вместе в этом походе. Я бы здесь его натягивал. Мы в таком живописном месте, которое всех удовлетворило, всех 18 человек. Редкое место. Капитан? Кто его пробивает? Это фигня, не костер. Место действительно божественное. И борщ просто. Четвертый день, последнее утро. Остаться живым. Насколько классно ветра дует, она даже вот так выстрела. Юрий, что вы думаете о походе? Как вам поход? Хорошо. Хорошо, но мало. Мало. Четвертый день дан, и нам мало. Олег, а что вы скажете? Олег, а что вы скажете? Шикарный поход. Шикарный поход. Вот. Да, соглашаюсь с предыдущим оратором. Очень маловато. Да. Еще в пару дней. И прохладненько. Чарівно. Диво, вижно, світанково, мавково. Дуже-дуже прекрасно. Дякую. Не могла долго заснуть после этого пения, после этого попурри всех времен и народов. Я просто потрясена вообще местом этим божественным, коллективом этим, вот этим чаем. Завтрак будет вообще бесподобный. Завтрак надо особенно будет заснимем. Да. Огромное спасибо, Юра, еще раз за собранную такую компанию. Она большая немножко. Вот, но есть в этом какой-то вот изюминка какая-то есть. Все, огромное спасибо. Я настолько благодарна и счастлива за все. Большое спасибо тебе. Будь здоров. Поход замечательный. Просто замечательный, удивительный. Никто со мной не общается, кому я не нужен. Это ты утрируешь. А, блин, тут есть уши. Тихо-тихо, выключай, новый дубль. Так, пик. Очень хороший поход. Все ко мне очень хорошо относятся. Я познакомился с новыми людьми. Отличное настроение, отличный отдых, отличные люди, отличная погода. Даже если был дождь чуть-чуть и гроза била в воду возле нас, то это нас не испугало. Разве что чуть-чуть добавило скорости. Вот. А еда вкусная, рыбы наловили, уху сделали, все отлично. И грибы немножечко для вегетарианцев. А я попробовал, кстати, суп на грибном лесном бульоне. Вот так, можно так сказать. Да, было дело. Отлично вообще. Собираем платку, последний день.
домой. Пару слов о походе. Все замечательно, очень сонно. Спится хорошо, но мало. Поздно, очень поздно легли, очень поздно. Ну да, мы сегодня очень поздно, очень-очень поздно. Пели долго, да? Пели долго, Олега поздравляли долго. У меня с днем рождения. Вот. Супер. Ой, я очень благодарна каждому, кто поучаствовал с нами в этом сплаве. Это была настоящая перезагрузка от всех благ, но и всей бремени цивилизации. А тут мы прямо отрешились, набрали сил таких чистой энергии, такой природной. Ну и команда великолепная. Да. Еще капитаны вам на курс. Спасибо, спасибо, спасибо. И сгущеночки. Да.